Торжественное открытие нового корпуса НГУ, Международный математический центр, подписание соглашения между нашим регионом и Академией образования России. Сегодня глава Миноборнауки страны весь день провел в Новосибирской области. Подробности рабочего визита федерального чиновника у Андрея Баева. В Новосибирске создадут Международный математический образовательный центр. Об этом заявил министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Он принял участие в 3-м Всероссийском съезде школьного математического образования. Сейчас мы уже приняли решение о формировании 4 таких центров уже в следующем году в Москве, в Петербурге, в Казани и в Новосибирске с учетом значимости именно Новосибирской математической научной школы. Именно Новосибирская математическая система образования считалась и считается одной из лучших не только у нас в стране, но и в мире. Новосибирские школьники – постоянные участники федеральных и международных олимпиад. А это – залог развития региона, уверен губернатор области. Понимая, что у нас ресурса недр нет, мы работаем над разработкой сложнейшей программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Мы к концу года ее завершим, поэтому через научно-образовательный комплекс мы строим свои планы на будущее, на развитие нашей области, развитие экономики. Классический университет. Новое здание НГУ открывают под классическую музыку. Кошку запустили, первая лекция здесь уже была, время перерезать красную ленту. Просторные и современные аудитории, новейшее оборудование. Даже первокурсники чувствуют себя здесь специалистами. Сколько его не строили, я всегда проходила рядом и думала, боже, какая красота. И когда его построили, у нас была куча впечатлений. Родители, когда приезжали, мы сюда подавали документы. Мы очень обрадовались, потому что как первый год, едем в новый корпус, у нас будет своя анатомка, свои какие-то новые препараты. Еще ощущение такое, что как будто по больнице ходишь уже как-никак. Понемногу вживаешься в роль, ходишь в халатике, таким белым коридором. В планах строительство второй очереди комплекса зданий НГУ. Надеемся, что вот те результаты, которые будет показывать наш университет, будут способствовать нам войти во второй этап развития. А мы с делами будем доказывать, что капитальные вложения в образование, в науку – это самые верные, самые эффективные вложения. Сегодня глава региона подписал соглашение между нашей областью и Российской академией образования о сотрудничестве. Там строки о новых проектах и программах обучения студентов. Андрей Баев, Олег Сурков, новости ОТС.